Всем привет! Я сейчас должен записать видеоприглашение на свой семинар в Москве, который будет 28 и 29 октября. Но буквально 20 минут назад я закончил вести свой пятый сезон, седьмое занятие. И оно произвело большое впечатление не только на моих зрителей, но и на меня самого. Потому что я не планировал говорить об этом. И как-то, в общем, мы начали говорить о том, что я планировал говорить чуть позже, и не совсем настолько откровенно, что ли. Я сейчас должен вам сказать, что 28-29 числа будет очный семинар в Москве, 2 дня. Я думаю, что вы это все сможете прочитать. У меня сейчас не хватит времени и слов, чтобы рассказать о том, что там будет или что там не будет. И я принял, на мой взгляд, сейчас правильное решение не говорить вам ничего об этом семинаре и выложить просто седьмое занятие пятого сезона в свободный доступ. Для тех, у кого хватит терпения и желания посмотреть полностью это занятие, возможно, вы не поедете на занятие 28-29 числа, потому что вы многое для себя поймете. А возможно, поедете и 2 дня проведете со мной очно в 2-дневном семинаре. Решайте сами. Это ваш процесс, это ваша задача и ваше желание. Я просто хочу сказать вам, посмотрите седьмое занятие. Посмотрите очень внимательно и до конца. Я думаю, оно без меня скажет все, что будет происходить на этом 2-дневном семинаре. И особое внимание обратите на онлайн занятия 21 и 22 октября, которое мы назвали «Точка роста». На 7-м занятии я об этом тоже говорю. Не буду больше ничего говорить в этом приглашении, вы уж меня извините. Я просто вам дарю 7-й урок 5-го сезона. Посмотрите его, если вы хотите понять, что такое неврозы, их причины, алгоритм терапии и гораздо больше. Спасибо.